Театральных аматоров собрала Могилевская областная библиотека имя Ленина. Тут прошли традиционные снежинские встречи с актерами Могилевского областного драматичного театра. Подстав для разговора несколько, у тем лику и довольно приемная. Подробязно расскажет Олеся Рыбалка. Так повелось, что подводить выники по году театралов запрошают библиотекары. Традиции не первый год. На этот раз распочались перемоги. Актер Иван Трус стал лауреатом Национальной театральной премии 2016. И он признанный лучшим у номинации «Мужчинская роль у спектакле театра драмы» за работу у спектакле «Крейцерова соната». Для меня это только толчок, и никак иначе. Это вот та ступенька, от которой вот мне кто-то ее поднес и сказал: вот, Иван, вот можешь оттолкнуться. Держу на вооружении эту премию только как ступеньку к дальнейшему развитию. Я надеюсь, я хочу, чтобы так и было. На встрече несколько актеров, главный режиссер, литературный редактор и керовник трупы. Слухачам цікаво все, тому питання у шмат и про забабоны актеров, и про теперішні тенденции у театра. Библиотека очень рада таким встречам, потому что актеры всегда приходят к нам с открытой душой. Если им есть что рассказать нам, мы здесь затрагиваем такие темы, которые важны не только для нашей областной библиотеки, для нашего города, но и для нашей страны. Одна из таких тем – книга друкования, початку якого на Беларуси у 2017 году исполняется 500 год. Библиотекары рыхтуются, як раз у допомогу кастрычницкая премьера драмтеатра «Скарына». Драма у двух деяннях не претендует на 100% библиографичную докладность, але, як признают критики, это сапраўды глубокий диалог про чудовного человека, який просветил свое життё людям и борьбе с невудством. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, «Новини регіону».